Не, там все. Сказали, что они знают координаты Кремля. Говорили, он здесь, а потом оказывается. Не, я вот с ним что... еще говорил, он говорит, я, говорит, по расстоянию мог ошибиться. А по направлению. Вот, а направление, говорит, я прям убежден, говорит. Вот узкий и вот эта широкая часть. Вот справа, да. Справа вот это. Да, да. С дедом говорили. Вот это вот дедовская избушка, вот это вот то, что Сергея, да? Вот с этого места он взлетает, говорит. Как правило, проходит над домом Сергея и по двум дугам уходит. Говорит, они, говорит, или вот так вот уходят под тем берегом, ну, не вплотную, или через горку прыгают напрямки. На данный момент приступили к пусконаладочным проверочным работам гидролокатора бокового обзора Неман ГБОЭ-100 с разрешающей способностью от 9 см, частотой 100 кГц. Данный гидролокатор бокового обзора осуществляет площадное сканирование дна и позволит в кратчайшие сроки покрыть большую площадь глубиной до 300 метров. В данных условиях погода позволяет осуществлять работу как на корабле данного типа «Ярославец», так и на надувных плавсредствах. Ввиду большой площади я не готов гарантировать скорейшее выполнение операции. Насколько понимаю, у нас также отсутствуют конкретные координаты места проведения работ. Будет размечена поисковая область на галсы и будет постепенно, час за часом, день за днем, сканироваться дно акватории, перекладываться на батиметрию карты MapSeurs, и тем самым будем гарантировать 100% проверку площади. Ой, что там верховка, низовка, два ветра. Верховка, низовка. Волнение поднимается. Правый элемент, левый элемент и центральный эхолот. Мужики, а у вас веревка лишняя? Ну, понятно, что лишняя. Все рабочие. Как бы, какую вы можете дать в аренду? Вы так что-нибудь обеспечите? Длинную? Нет. По факту, короткую, длинную.